Всем привет, с вами веселый Линчай, и мы рассказываем, что я сегодня. Дедушка сидел, кушал желе, сырок. Бабушка сегодня ушла, я хотел с бабушкой поесть. Я всегда обычно кушаю завтракаю с бабушкой. Я привык, она мне читает, потом иду делать поделки. Сегодня бабушка пришла, уставшая. И никаких поделок сегодня не было. И даже о них не говори. Рассказываем сегодня об ботинках. Давай скажем, как мы джинсы мерили. Пошли другие, у нас... Все не твое, нет, вообще все не твое. Да, все не твое. Ладно, купим тебе, найдем хорошие джинсы, не переживай, Леш. Купим так, чтобы тебе шло. А эти куда денем? Будешь носить. Когда? Ну, кстати, если ты чуть-чуть худеешь, то ты не сможешь нормально ходить. Как мы тебе купили, ты сейчас туго в них или ничего? Ничего. Надо было купить. Носи. Леша, я не буду покупать джинсы, которые на тебе смотрятся как мешок. Доносим, выбросим эти. Пока носи, пока хорошие, Леша. Они на тебе очень хорошо сидят. Они тебя стройнят, они тебя делают красивее, ножки тебе делают красивее. Мы с вами веселый чай, и мы рассказываем об этой Пепси. Пепси-кола. 1 литр. Угу. Сними. Сними, что это 1 литр. Я сняла. 1 литр. Сколько стоит 1 литр пепси-колы? Мы купили за 59. 59 рублей. Мы купили, попить хотели. Оценка? Знаешь, неплохая, 5. Сейчас я на камеру попробую, можно? Сейчас на камеру попробую, можно? Можно? Запах это... Запах похож на колу ванилы. Колу пепси ванилы. Да. Колу ванилой такая. Есть, да. Ну, приятно, но типа колы. Примерно то же самое. Что такая крыска меня обрадовала. Меня обрадовало, что утилизируйте правильно. Сними. Тут тоже утилизируйте правильно, да? Пожалуйста. Утилизируйте правильно. Да, то же самое. Да. Отлично. Кола. Оценка? 5 из 5. Вот это что такое? Это салфетки. Сколько стоит? Ой, они были по акции. 35 рублей всего. Оценка? Не знаю, не пробовал. Давай откроем, посмотрим. Сейчас какая оценка? Ну, сейчас давай. Ну, давай поставим, что цена отличная, 5. Ну, уже старые что-то. Ничего страшного, да я сверху упаковка чуть-чуть это пришпарилась где-то. Почему? Не знаю, пришпарилась где-то. Рассказываю вот об этом. Бифидобактерин. Сколько такой бифидобактерин стоил? 200 рублей. Оценка? На вид какая? Давай 5 поставим. Давай попьешь, посмотрим, да? По одной напомнить? А, кстати, упаковочка красивая такая, класс. Потом еще то чуть насыпем. Когда? Отличная упаковка вообще. Когда? Ну, среди Марийской орешки вкусные оказались, да? Оценка? Орешки вкусные. Оценка? 5 орешком. 5 плюсом. Сколько стоит? Орешки такие. А вон там написано, читай. Где читай? Говори. Первую цифру. 4. Нет, первая. 5. 4. Значит, 54 рубля. Отлично. Вот оценка? Да, 5. Хороший, вкусный. Вот и так симпатично что? Выглядит. А это печенье юбилейное мы взяли. Сколько стоит? 30 рублей. Оценка? 5. Так, оценка 5. Она вкусная. 5 плюсом, да. Ну, вкусненькая, да. Мы такую булочку пробовали, наверное. Пробовали. Да, хорошая слойка. Если я немного покушаю, немного поем, дедушке оставлю. Хорошо. Оставить ему или все съесть? Ну, оставь дедушке, он с удовольствием придет. Вчера мы ему оставили кусочек эклера, он пришел и съел. Сколько такая стоит? Мятон делает. Ну, вообще она стоит... Сколько тут она стоит? 50 рублей. А без акции? А с акции мы купили ее за 30. Хорошая цена? Ну, конечно. Это 30? 30 рублей заплатили, да. А без акции? Без акции 50. 50 рублей ты купил бы? Ну, не хочется. Ну, не люблю я переплачивать. Вот на самом деле я не люблю переплачивать. Если бы я выбросил, если бы я захотел бы, я тебя выбросил бы. И кто купил бы до 50 рублей, бы бабушка купила бы. Вот бабушка это купила бы. Ладно, да. Почему Даумил не купила бабушка?
Давний он? Да. Слушай, будет по акции, возьмем побольше, Лёш. Давай, давай, значит, надо посмотреть, где по акции долмёвы взять. Тебе долмёв нужно? Да. Ну, возьмём. Чё бабушка будет переплачивать? Потом девушка будет расстроиваться. Да, конечно, девушка будет расстраиваться. Да, будет по акции, возьмём. Mm-hmm. Оценка какая, булочка этой? Ну, хорош, хорош, пятёрка. Ещё взяли со скидкой, отлично. Яблочные чипсы, как мы называем? Это не яблочные, это фирма Яблоков, а они какие читают здесь? Беру свои чипсы. Фирма Яблоков, читай. Яблоки. Они? Грушевые. Грушевые чипсы, натуральные. Оценка? Ну, дороговато. Сколько? Булка. 25 грамм, 125 рублей. Это оценка. Маленькая штучка. Дороговато. Ну, что, поставим? Ну, ладно, поставим там. Ну, не знаю, я... Какую? Ну, пятерка, наверное, она невкусная, но все-таки это... Дороговато. Да. Без акции. Это без акции? Да, без акции. Да даже если бы они стоили 50 рублей. Не, ну, 50, все дорого. Ну, дорого все это делать. Надо самим делать. Надо самим яблочки сушить и все. Надо купить сушилку и сушить. Это вот. Да, на пробу взял. Угу. Взял на пробу. Или попробуй в духовке. В духовке, кстати, можно да. взять яблоки, тонко порезать. Тут и попробовать тут сушить. Как мало. Делать? Мало их тут? 20 грамм. Мало? Покажи вообще чуть-чуть. Будешь пробовать? Ну, пробуй. Нет, да, бабушку лучше. Ну, хорошо, туда надо тебя отнести, когда ты не будешь поделки делать. И откроете с ней покушать. Хорошо, я не против. Попробую. Да. А то бабушке буду оценки выводить. Да, хорошо, хорошо. Оценки да. выводить мы будем да. не сегодня, да. завтра. Да. По этой булочке мы сегодня булочку затестим да. и попробуем, да. что это за булочка. Хорошо, я придумал, затестим. Да, да, конечно. Затестим сегодня эту булочку. Угу. С чайком угу. красным. Хорошо. И попробую. Если хорошее, оставлю дедушке. Оставлю. Угу. Это все продукты. Пепси, пикмам, пильмам. Да. Любятово. Нет, это, вот, угу. вот, давай только нет. Продукты Мираторг. Да. Этой продукции Мираторг ставлю оценку 5 из 5. Ну хорошо, нормальные продукты. Нигде зашли. Нормально. Нормальные продукты, но... Ну нормально, ладно, нормально все. Нормально. Все нормально. Купили. Просто нигде больше я этих чипсов не было. Наверное, их не беру, потому что их никто не покупает. Они дорогие. Ладно, будем заходить смотреть, может, будет по акции, возьмем тогда. Да, побольше возьмем. Будет по акции, будем побольше брать. Да. Пока так. Вот так вот. Все, с демократом мы сделали. Чай. И все, как мы. Отошлем на канал. Сегодня уже не будем смотреть.